убежала от нелепой суеты. Ни капли стеснения с приходом темноты. Страсть, страсть над ней имеет власть. Все громче звук и понеслась. Цвет настроения синий, внутри мартини, а в руках текини. Под песню синий иней она так чувствует себя богиней. Цвет настроения синий, внутри мартини, а в руках текини. Под песню синий иней она так чувствует себя богиней. Влияние ночи очень трудно предсказать. По телу мурашки, и ей хочется кричать. Да, да, она сейчас звезда. Все предрассудки ерунда. Цвет настроения синий, внутри мартини, а в руках текини. Под песню синий иней она так чувствует себя богиней. Цвет настроения синий, внутри мартини, а в руках текини. Под песню синий иней она так чувствует себя богиней. Цвет настроения синий, внутри мартини, а в руках текини. Под песню синий иней она так чувствует себя богиней. Цвет настроения. Цвет настроения. Цвет настроения синий. Цвет настроения синий. Шалом, с вами Ася. Это была песня Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» под минусовку Imagine Dragons «Believer». Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк и напишите, что вам понравилось и нужно ли делать еще такие видео, потому что мне очень прикольно, я бы сделала еще таких видео. А идею я сперла у вот этого чувака, которого зовут Судана, и он просто офигительный, он сделал мой вечер однажды. Просто посмотрите на его канал, что он делает. По-моему, этот человек гений. Подписывайтесь на мой канал, если до сих пор этого не сделали, звоните там в колокольчик. Комментарии, репосты, все дела, ну вы в курсе. С вами была Ася. Пока. Цвет настроения синий, внутри мартини, а в руках текини.